Я всегда думал, что Эрдоган даже намного хитрее, чем Путин. В этом разница между Россией и Турцией. Мне кажется, что в России есть система, которая может выжить без Путина. Представьте, президент посадил верховных судей в тюрьму. Это была та же самая тюрьма, в которой сидел я. А как вы думаете, что должно произойти с Эрдоганом? Его могут посадить в тюрьму. Так и должно быть, потому что он совершил много преступлений, и его нужно судить. Судьба демократии всего мира решается сейчас в Турции. Даже если властям наплевать на права человека, вы просто не можете в один момент превратиться в тоталитарный режим, как это произошло в России.